С 2009 года в Ярославле работает завод Lindab Buildings, на котором мы проектируем и производим полнокомплектные стальные здания «Астрон» по индивидуальным проектам для индустриальных и коммерческих объектов. За последние 50 лет нами построено более 50 тысяч зданий, из них более 1000 в России, 4 из которых возведены для деревообрабатывающего холдинга «УВА-Древ». УВА-Древ Холдинг – одно из крупнейших предприятий полного цикла производителей ламинированной древесно-стружечной плиты в Удмуртской Республике в России. В 2013 году руководством холдинга было принято решение о расширении производства, которое невозможно без строительства новых современных производственных помещений. В рамках данного проекта «Астрон» спроектировал и поставил 4 производственных здания. Здание участка изготовления щепы, здание изготовления стружки, здание для цеха ламинирования и склада готовой продукции, основной производственный комплекс. Каждое здание индивидуально и имеет конструктивные особенности, обусловленные технологическим процессом. В ходе проектирования нашей командой были разработаны комплексные инженерные решения. Для здания участка изготовления щепы – конструкция для прохода конвейера. Предусмотрена съемная часть кровли для обслуживания рубительной машины. Для здания изготовления стружки – технические отверстия в кровле для прохода силоса. Основной производственный комплекс. Новый корпус вписывался в существующую застройку, поэтому состоит из двух пролетов разной конфигурации. В двух местах примыкает к существующим зданиям. По кровле примыкание идет на разных уровнях. Для улучшения характеристик здания стены существующего корпуса были заменены на стеновую систему «Астрон». Здание цеха ламинирования и склада готовой продукции. Конфигурация цеха и примыкающего склада пиломатериалов в плане Т-образной формы, чтобы вписаться в существующую застройку. Для размещения оборудования необходимо было запроектировать большой свободный пролет. Команда проектировщиков «Астрон» предложили устройство подстропильных балок для размещения технологии. Решение для естественного освещения – зенитные фонари – снизило затраты на организацию освещения и электроэнергию. Команда «Астрон» вела работу в тесном сотрудничестве с генеральным проектировщиком компании «Кострома Леспроект». Нужно отметить высокий уровень качества проектно-изыскательных работ, проведенный проектировщиком. Профессиональный подход в решении задач по проектированию и производству конструкции «Астрон» был отдельно отмечен руководством «УВА-Древ Холдинг». Благодаря решениям «Астрон» удалось обеспечить предприятие «УВА-Древ» зданиями высокого международного качества, снизить затраты на фундаменты за счет легкости возводимых конструкций и оптимальной конфигурации рам, произвести быстрый и технологичный монтаж конструкций, что впоследствии сократило сроки запуска производства, достичь хороших эксплуатационных показателей. Строительство новых корпусов для УВА-Древ Холдинг в цифрах. Площадь застройки 34 982 квадратных метра. Площадь здания «Астрон» 18 650 квадратных метров. Нормативный срок строительства – 22 месяца. Срок монтажа здания «Астрон» – 9 месяцев. Модернизация производственного комплекса и новые здания соответствуют требованиям заказчика и международным стандартам. Проект выполнен качественно и в срок. УВА-Древ Холдинг рекомендует «Астрон» как надежного высокопрофессионального партнера в области строительства промышленных зданий.